Как люблю приход весны. Да вообще хочется и краски, и идеи использовать именно такие весенние. Вот я сегодня дорисовываю, заканчиваю рисовать работу над этим цветком. Сейчас покажу более крупно. Что здесь осталось, это прорисовать капли и сделать фон светящимся. Прийти к идеально гладкому фону, да, у меня и не было изначально цели, мне хотелось ощущение такого, как клуба дыма, что вот какая-то такая дымка, то есть вот такие пыталась рисовать загогулины. Вот сейчас кое-где местами я буду подтирать. Мне так нравится, просто оно вот реально такое чувство, как будто бы я вот стираю лишнюю краску, чтобы были такие неровности заливки фона, чтобы было чувство, что это вот какой-то как клуб дыма. Здесь просто цвет мне не нравится, поэтому будем его править. Вот.